Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, у меня квест на мага и охотника, да? Нам надо еще две победы сделать. Ну, давайте для разнообразия охотником поиграем, посмотрим, как оно тут, что упадет. Как оно тут, что упадет, посмотрим, поглядим. Rexar versus Garrosh. Так, ну я думаю, мы тут даже ничего менять не будем. Оставим все как есть. У нас есть первый дроп, второго дропа нет. Но если что, можно в морду стрельнуть. Есть третий дроп, Люторог. Хорошая карта у Ханта. Давайте, поехали, первый дроп. Ну, вот так вот сходил первый дроп. Нам как бы намекает. Нам как бы намекают. У него также сходил, но у него хоть пушечка осталась. И то хорошо. Ну давай хоть что-то. Ой, ништяк! Вот это нормально мы сходили. Вот это нормальная тема. Прикиньте сейчас что. Засада мне в колоду пошла, вот зараза. Так, бьем в морду сначала. А потом играем вот эту штуку. Ну, это захил, это нафиг не надо, не нужная тема. Так, провокатор оставит, запретная форма. Во, нормально призвал. Ой, ух. Так, ну существ с предсмертным хрипом у меня не предвидится, тем не менее играть надо, поэтому... Так, отлично, разбираем за ханта вообще изи. Ваш П изи. Ваш П изи изи пизи разбираем. Вот зараза. А, скинул все карты, но получил кристаллы маны. Собака. Хрюхрюшечка. Блин, теперь надо разменивать. А то это не есть хорошо. Текс, ну посмотрим, конюк у нас. Вот зараза, еще и рывок пришел. Еще и живые корни пришли. Ля, он идет в лицо? Прикольно. Я бы на твоем месте в лицо так не шел, ну ладно. Блин, вот эти нерубы, которые у него спавнятся, это, конечно, беда. И они сейчас будут спавниться и спавниться. Ну ладно. А что делает этого? Всем прочим существам, да, одну единичку. Во, нормально. Ай, зараза! Сейчас будет масс-зачистка. Ха-ха-ха, закомбили. Нормалёк, нормалёк. Вот это было чётенько. Божественный дух удваивает здоровье, скотина. Но это-то ему особо ничего не даёт. Хелсы-то у него тают. Хелсы-то тают. Сейчас мы провокатора поставим. The gates are open.
И стреляем. Теперь надо обстреливать его каждый ход. Так, сейчас можно будет Люторога выставить и защитника Аргуса. Вот скотина, как ему повезло-то. Ну, ёпти-бопти, ну ты чё? Да еще и захил, да ну нахер, ну это просто топ-дек какой-то. Нереальный. Открой пак, можно с тобой скраситься. Давай в Skyrim. Это все один и тот же человек пишет. Нет, нельзя со мной сразиться. Пак. Ну, если он сейчас не убивает вот этого, то я его леталю. Через вот так и вот так. Вот. Если он убивает, то... Ну, то будут варианты. Сразиться со мной нельзя. К сожалению, в дружеских матчах не засчитываются эти... Ну, квесты, поэтому их играть вообще никакого смысла нет, и опыт не идет. Так что, сори. Я иногда играю, но это так, надо попасть в нужное время, в нужное место. Хильнул. А, так я его не залетал, подождите. Farewell. Farewell. Но я все равно его стукну. Ваши существа со способностью рывок. Так, давайте сделаем вот так вот. Ну, пока сделаем вот так. Чуть-чуть опустили хп, и то хорошо. Так, отлично. Оппонент ливнул. Ну, тут у него шансов уже, видимо, не было. Хотя я бы сыграл что-нибудь все-таки, прежде чем ливать. Так, давайте еще раз охотника скатаем. Рекса versus Malfurion. I must protect the wild. Let the hunt begin. Текс, поехали раздавать. Ну да, и сейчас в нее же и прилетит. Не, во врага, на вражескую эту. Две единицы, если у вас в руке нет карт. А у меня в руке есть карты. Блин, двух демонов. Ля, там даже какие-то демоны были. Ну, пойдем рашить. В ХС появился новый квест на 80 голды. Сыграй с другом и оба получите награду. Так что, когда он выпадает шашлыку, он с кем-нибудь сыграет. А, ну здорово. Да, в принципе. Прикольная тема. Секрет какой-то упал. Блин, во говнюк, а. Сейчас мы контроль сыграем. Ну, контроль разума, это, конечно, забавно. Но законтролили мы нормально. Законтролили мы нормально.
Так, есть у нас четвертый, пятый, шестой дроп. То есть пока все в кривую маны хорошо ложится. А что там проклятие Рафаама? Получает карту проклятие. Так, ладно, поехали. Блин, это ж он карту берет. Каждый раз. Ну и пофиг, что он карту берет. Зато его дымажим мы. Так, нормально. Дымажим нормально. Проклятие сыграл. А, видимо, билку героя будет брать. Нет. Да ты задрал! Так, давайте Керна. Керна еще и апнули, и идем в морду в морду идем начищать ему все равно. Я, короче, понял, в этой потасовке очень важно вот именно чистить мордочку врагу. Очень важно чистить мордочку. Чем лучше вы чистите мордочку, тем оно лучше. Простите за тавтологию, но так оно и есть. Чего-то задумался наш друид. Сайленс решил кинуть на Керна. И полный размен, что ли? Серьезно? Вот и прикольный какой. Всем существам, если у вас в руке есть дракон. Так, а что мне лучше сыграть? Когда атакуют вашего героя, другого случайного персонажа. Ну, в целом и в общем неплохой ход. Учитывая, что у нас еще тут перенаправление есть в руке. Клинки у него за 7 маны. Нормально. В целом и в общем неплохо. Так, ну друид, давай что-нибудь играй. Чего-то друид ничего не играет. Ля, прикольно, сначала равенство было сыграно, а затем эта штука, ну ладно. У нас есть черный рыцарь, поэтому норм. О, чучело, это хорошо. Это хороший секретик. Чучело, это мы за 6 маны себе черного рыцаря. Ну, в смысле, не черного, а какую-нибудь карту призовем, если он сейчас его убьет. Да круто. Давай, медвежонка убил. Не убил. Ошеломли... Ай! А, ну, в принципе, нормально. Я медвежонка зачищу. В принципе, норм. Вообще четко!
future. Вообще четко огонь. Вот это четенько. Вот это четенько просто. И давай что-нибудь за 6 маны хорошее. 9-9. Я просто ору. Все, он сдался. Просто ору, просто эпично было. Так, отлично, захоботали мы немножко себе голды. Давайте откроем комплект. Что из него нам выпадет? Что-нибудь хорошее выпадет? Не, ничего. Их. Так, ладно, давайте распылим тогда этот самый. Распылим карты. Вот, 3 косаря уже этого у меня есть. А что за новые карты? Стоп. Вепрь добавился, видимо, его у меня не было. Сумеречный предок, а он у меня был, по-моему. И пират Черноводья. Ну, чё, нормально. Так и нет, подождите, они не могли из базового. А я не глянул даже, что мне там выпало. А, пофиг вообще. Вообще, пофиг вообще параллельно. Текст, ладненько. Давайте я на этом тогда этот выпуск закончу. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.